Значит, смотрите, что я хотела сказать. Конечно, в этом маленьком зальчике сложно. Сейчас вот да. Нюансы к вам один введу. Голову загружу. Давай на маленькой собачке покажу. Правильно. Пойдем стричься, рыба моя. Значит, смотрите. Если ринг маленький. Пойдем. Значит, если ринг маленький, нам в любом случае нужно собаку показать максимально качественно, да. Нету места, вот хоть потресни. Пока вы дойдете до середины траектории, раскочегаритесь, уже время поворачивать надо. Для того, чтобы немножко дать собаке место. Олег, давай иди вот сюда, будешь экспертом. Примерно вот здесь вот вставай. Вот, сюда поворачивайся. Для того, чтобы немножко дать собаке, хотя бы несколько шагов, раз набрать темп, начинайте стартовать не из-под носа эксперта, а за спиной. В итоге, когда вы выйдете на поле зрения эксперта, собака уже будет прямо на рыси. То есть она еще будет не набирать. Сейчас объясню, о чем речь. Вот, допустим, стоим мы там в собачьей стойке. Стоим в стойке, потом эксперт говорит, пожалуйста, по треугольнику. Да, вы, по привычке, вы начинаете делать как? Вот так. Ставим реально, вот такие ринги бывают такого размера, совершенно реально. Вы начинаете только разогнались, а уже, опа, и уткнулись. Для того, чтобы дать немножечко побольше себе пространства, начинаете не из-под носа у эксперта, а у него за спиной. Иди сюда, я тебя сейчас душить буду. Иди сюда, рыбань, скорее, молодец, стоп. Хорошо. Вот, эксперт говорит, пожалуйста, по треугольнику. Вы уходите за спину к эксперту и стартуете у него за спиной. Понятно, да? Вот. И собака реально уже больше, немножко места. Хорошо. Сейчас пока криво идем, хочу общую схему сказать. Молодец. Но движение, сложное движение, мы все равно заканчиваем всегда стойкой. Понятно, да? Треугольник заканчиваем стойкой. Движение туда-обратно заканчиваем стойкой, движение по кругу заканчиваем стойкой, все время еще в стойке. Какая вкусная колоса. Что у тебя сегодня? Или это сосиски? Фу, говорит, я не ем это. Значит, смотрите, старайтесь кусочки прям реально, для нее это большие, допустим, куски, да? Старайтесь кусочки маленькие, чтобы собака не стояла. Не чавкала, в зубах там не ковыряла, не знаю. Какие-нибудь сухие вкусняшки. У меня сегодня записались тоже на занятие с Колей. Ты на третий час не останешься? С Колей. Они спрашивали, можно ли вяленые всякие уши. Они просто новички. И я просто представила картинку, как она стоит, там отжевывает это ухо. Кусочки должны быть маленькие, для того, чтобы собака даже не поняла, что она. То есть она поняла, что что-то вроде вкусное попало, да? Но чтобы она не стояла. Да. То есть вроде как ей что-то дали, но чтобы она не чавкала. Слушайте, я не знаю, теперь на микротоме что ли резать? Заботьтесь, у Игоря. Молодец, хорошо. Молодец. Так, давайте.